take it. Шипенков the silver, Martino Lagarde the bronze. 13,15 секунды. Шубенков немного уступил американцу, но это серебро для него может быть важнее золота. Чемпионат мира в Катаре стал завершением важного периода в спортивной карьере Сергея. Период, в принципе, для нас качественно новый. Это вот этот опыт восстановления, опыт возвращения после травмы. И понятно, что от того, как пройдет этот чемпионат, мы, соответственно, уже строим свое понимание, оно у нас получилось или не получилось. Ну, я считаю, что в принципе получилось. Получилось. После лечения, нескольких пропущенных стартов и восстановления. Последствием падения в Марокко был инфекционный бурсит на правом колене. Тренер барьериста Сергей Клевцов поражен тем, что виновника травмы Амара Маклауда до сих пор не наказали. Ведь это он упал на Шубенкова, и это для ямайца норма. Ведь тот, по словам Клевцова, собирает соперников словно кегли. Мое отношение к его технике, ну, посмотрите, примерно, сколько в этом году, 4 спортивных соревнования разных, да, плюс травмы суда, плюс если брать чуть-чуть ретроспективу в Париже, как он хватал тебя тогда за руку, чтобы ты не... Ну, это еще год назад. Ну, как кажется, это же было. Я с нашим менеджером обсудил вопрос, и на все следующие соревнования, то есть имеется в виду следующий год как минимум, в контракте на участие Шубенкова в Diamond League есть пункт, как минимум через дорожку с Маклеодом. Сейчас, когда наш земляк вернулся к нормальному тренировочному режиму, встал вопрос, а где тренироваться? На пресс-конференции вспомнили и про строительство нового манежа. На готовящемся форуме «Россия. Спортивная держава» министр спорта Алтайского края будет встречаться с потенциальными инвесторами. Но Сергей Клевцов напомнил, что пока новая площадка не появится, нельзя забывать и про манеж политеха. Ведь его руководство вуза обещало сохранить и, конечно, восстановить разбитое покрытие. Я не понимаю. Мы этот вопрос решили или мы его не решили? Или мы сделали вид, что мы его решили, но на самом деле мы его не решили? И я в этом плохо разбираюсь, если не сказать больше, не разбираюсь вовсе. Но положить там новое покрытие, и чтобы до тех пор, пока не будет построен манеж вот по этим программам, о которых Антон Михайлович сказал, этот манеж оставить вот в том виде, в котором он и есть. Только лучше. А Сергея Шубенкова уже в конце октября ждут на всемирные военные игры в Китае. Не за горами Олимпиада. Теперь главное, чтобы Маклауд по соседней дорожке не бегал. Андрей Дриер, Илья Халяпин. День с толком.